Вызов о возгорании поступил в диспетчерскую пожарной охраны в 7 утра. К месту происшествия были направлены 2 единицы спецтехники. На устранение очага сотрудникам понадобилось 7 минут и 4 тонны воды. К счастью, пострадавших и погибших нет. Причина возгорания, по предварительным данным, халатность сотрудников. Кто-то попросту не выключил из розетки электроприборы. Однако точная причина еще будет названа. За прошедшие сутки на территории города Лангепаса зарегистрирован один пожар. Объектом пожара явилось административное здание. Сообщение поступило ранним утром. В здании находился охранник организации. Благодаря своевременному обнаружению и сообщению пожара, пожар удалось ликвидировать на ранней стадии. В результате пожара поврежден один кабинет на площади 25 квадратных метров. Предварительной причиной пожара является аварийный режим работы электросетей. Хотелось бы напомнить гражданам о соблюдении требований пожарной безопасности при использовании электрооборудования. В соответствии с требованиями, после использования электроприборов они должны быть обесточены. За исключением тех приборов, которые должны в соответствии с инструкцией завода-изготовителя находиться в постоянном круглосуточном режиме работы.